Всем привет! Сегодня расскажу про очень крутую новинку. Шикарный вариант для подарка и просто незаменимую вещь на каждый день. Это новая ультразвуковая зубная щетка Oclean XS. Вот такая красивая упаковка. Щетка доступна в двух вариантах цвета, синий и белый. Синюю мы сегодня с вами распакуем и обязательно протестируем, а белую оставлю для подарка, потому что вещь реально очень классная. Сбоку на коробке отмечены основные фишки. Это анализ качества чистки зубов, тихая работа, бесщеточный мотор, который развивает 42 тысячи оборотов в минуту, целых 60 дней без подзарядки и защита IPX7, то есть устройство можно мыть под прямой струей воды. Щетки этого бренда с 2017 года получали награду за лучший дизайн. Также на задней стороне есть полные характеристики, кому интересно, можете поставить на паузу. Внутри все красиво уложено по своим местам, здесь находим подробную инструкцию, сменную запасную насадку в закрытой коробочке, Type-C провод для зарядки и магнитную площадку для крепления щетки на стену. Она клеится на двухсторонний скотч, магниты мощные, щетку держат отлично. Сама щетка внешне сделана очень классно, отличное качество сборки и материалов. Щетинки средней жесткости расположены в виде грани алмаза, за счет чего лучше чистят даже самые труднодоступные места, по крайней мере так написано на сайте. В принципе полностью с этим согласен, щетка работает на все 200%. С обратной стороны есть скребок для чистки языка, в нижней части появился интересный светящийся логотип и под заглушкой расположен Type-C разъем для зарядки. Но самое главное и удобное изменение в этой модели — это физические кнопки управления вместо сенсора, который есть в моделях X Pro и X Pro Elite. Вообще версия XS получила много изменений, которые сделали ее простой и максимально удобной в использовании. За счет встроенного 6-осевого гироскопа щетка автоматически активируется, как только вы берете ее в руки. В меню доступно 5 вариантов работы. Это полировка, чистка, отбеливание, массаж и режим для чувствительных зубов. Также в каждом режиме можно отдельно настроить мощность мотора. Для понимания, вот разница в режимах. Действительно меняется алгоритм работы. Это очень хорошо заметно во время использования. Так, выберем обычную чистку и минимальный режим. Вот так работает. И смотрим на воде. Первый, второй, третий, четвертый и самый мощный. Прям воду разгоняет. На самом деле я уже пару лет пользуюсь щеткой Oclean X Pro. Офигенная штука, кто сомневается, но хочет попробовать, не пожалейте. Результат гарантированно будет лучше. То есть после использования данной щетки, когда я беру в руки обычную щетку, уже какой-то совсем не тот эффект, совсем не то ощущение. Грубо говоря, вот эта щетка — это посудомоечная машина в мире зубных щеток. То есть она реально очищает зубы настолько хорошо, что после ее использования, когда вы берете в руки обычную щетку, допустим где-то в поездке, да, у меня такое было, то есть ощущение, что почистить зубы нормально не получается. Данная щетка подключается к смартфону. Есть куча, на мой взгляд, бесполезных функций, которыми вы пользуетесь ровно один день, когда вы только купили и распаковали щетку, после чего лично я за 2 года больше никакие функции не использовал. То есть по факту вот здесь минимум функций, здесь сделано все основное. Если сравнивать две этих модели, то визуально у нас и первое отличие — это здесь у нас вот такая вот контактная зарядка, да, здесь нужно открыть крышку и подключить Type-C провод. Новая щетка немножко толще и немножко длиннее. В руке, в принципе, лежит по ощущениям одинаково, здесь никакой разницы нет. Сами щетки у них взаимозаменяемы, то есть вы можете поменять их местами. Основное отличие — это управление, то есть в новой щетке оно стало гораздо удобнее, потому что здесь управление сенсорное, и, допустим, для того, чтобы изменить режим, либо поменять мощность самой щетки, необходимо вот зайти там в режимы, потом выбрать сам режим, вот, выбрали режим, и потом опять же также там в меню нужно искать, как поменять мощность. Здесь все намного проще. Выбираем, допустим, нужный режим. Это полировка, чистка, отбеливание, массаж и для чувствительных зубов. Допустим, выбираем, давайте, отбеливание, нажимаем старт, щетка начинает работать. Так вот все это дело выглядит, видите, идет отбеливание, да, то есть меняются режимы, и во время именно чистки зубов вы можете регулировать мощность вот этой вот щетки. Вот это вот офигенно, этой функции мне не хватает в старой щетке. Также новая модель стала практически бесшумной, даже в сравнении с моей старой щеткой, которая раньше мне тоже казалась очень тихой. Можете сами сравнить разницу и написать в комментариях, какая вам больше понравилась.
Еще из плюсов это увеличенная автономность, целых 60 дней работы без подзарядки против 40 дней у старой модели. И вариант с Type-C разъемом для зарядки тоже более удобный. Берем абсолютно любой провод и заряжаем щетку. Во время чистки зубов за счет гироскопа щетка анализирует весь процесс и по завершению делает оценку очистки. Если щетка понимает, что какой-то области зубов вы уделили меньше времени, чем нужно, то она показывает эту зону и предлагает увеличить время чистки. Но на самом деле на все эти подсказки ты забиваешь уже в первый день приобретения. В любом случае это шикарная штука, которая реально очень круто чистит зубы. В итоге, на мой взгляд, XS это лучший вариант из всех моделей O'Clean. Она тихая, удобная в управлении, минимум каких-то ненужных функций, можно менять программы и мощность мотора прямо во время чистки зубов, и это действительно очень круто. Ну и конечно автономность целых 60 дней. Но что думаете вы по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. Кому интересно, ссылка на гаджет, как всегда, в описании под видео. На сегодня у меня все, всем удачи, пока-пока.